китайский Zikr 001. Так, на зарубу против Zikr 001 приехала две Теслы тройки. Троечки. Хороший старт, Zikr, хорошо. Ох. Тесла, тройка, Dual Motor, Mateo Performance. Давай. Ёх, какой... Опа. Ёбанамат, Zikr, Zikr вырывается. На старте Tesla тройка Performance двухмоторная и 340-я BMW F-серии Stage 2 450 лошадиных сил. Да ладно, все погоняет. Ребята, очень мощная заруба. Волк и Мерс B250E. Две электрички. Давай, мальчик! Сожрали, сожрали. Все, сожрали. Сожрали! Друзья, всем привет! Вы на канале Крутящий момент. Сегодня к нам на съемки приехал китайский Zikr 001. Пятьсот сорок лошадиных сил, 23-й год, полный привод. Это очень быстрый электрокар. Давайте, ребята, осмотримся, что это за китайский зверь. Очень многие понимают, что эту машину делают на заводе Geely в Китае. Что по внешке? Внешка просто отвал башки. Честно, я не знаю. Тачка похожа может на Porsche, на Maserati, на что-то такое нереальное. Диски, тормозная система, ребята, 22-е диски, 565-й профиль на 40, это просто зашквар. Тормоза, ёпона мать, если я не ручил считать, тут 6 поршней, посмотрите, какие тормоза. 63-й цешки, по-моему, вешки, поменьше суппорт и диск. Камеры, ребята, очень дерзкая внешка. Задняя часть автомобиля напоминает Porsche Taycan. Давайте заценим салон этого зверя. Мне уже подсказали, что открывается по последней черной технологии с кнопки. Какой бомбический салон! Все в алькантаре, потолок, сиденье, дверные карты. Вы только посмотрите, какой центральный планшет. Какая мощная центральная консоль. Приборка, ребята, руль. Честно? Честно, после такого идти показывать две Tesla тройки, которые я пригнал на шестой для зарубы, с этим сверхгалактическим крейсером, даже будет стыдно, но все-таки сейчас покажу. Так, на зарубу против Zikr 001 приехала две Tesla тройки. Это у нас тройка попроще, это рестайлинговый Dual Motor, 350 лошадиных сил. Это тройка поярче. Dual Motor, рестайлинг Performance, 430 лошадиных сил. Внешка очень даже ничего, спортивные очертания, такая вся зализанная, классная, дерзкая оптика здесь, линзованная, фары LED, смотрится действительно неплохо. Давайте посмотрим салон Теслы тройки. Ну что, ребят, сказать, ну тут минимализм. Рассказывать много не буду, все очень скромно, как будто вы отправили своего ребенка в школу, посадили за парту и заставили делать уроки. В Зикере явно пизже. Мужики, очень здорово. Что по Зикеру скажете? Красивая машина. Ты что думаешь? Должна поехать. Ну, я тоже смотрю, что, блядь, это просто ебейшая тачка. Да. Тысяч на 100 баксов смотрится. Ну, да. Есть шансы у Зикера нагнуть тройку перформанс? Думаю, что нет. А Dual Motor? Попроще. Нет. Тяжелая. Ну да. Зикер тяжелая. Данчик, здорово. Здорово. Дай Семян, брат. Бери, братуха. Он созрел? Свежак, да. С балочки, там, где водичка всегда тече, и дивиться, какой крупненький зерно. А он такой же свежак, как и Zikr 001, да, или не да. очень? Бля, Zikr, конечно, вообще матовая тачка. Ты смотришь, ты засматриваешься, стоишь. Реально. Я на вот эти сиденья дивлюся. Сиденье просто бомба у него. Просто вот реально. Что тут по силам вообще, что оно умеет? 540 сил, 3,8 до 100. Смотри, тут уже все на английском языке, да, раньше да. там иероглифы были. Переведено уже. Полный привод, да? Да, полный привод. Все в алькантаре, ребята, ну, очень стильная машина. Я как владелец Теслы вам скажу, есть тут как бы на что посмотреть и от чего кайфануть. Менюшка, конечно, летает, все четко. Какие вот основные такие плюсы этой тачки для себя ты выделил? Комфорт.
Комфортно, да? Да? Она типа на пневме идет, да? Да, да. Очень хорошая. Артем, у нас первая пара участников. Zeekr 001 и Tesla Dual Motor Long Range. 350 сил и 540 лошадиных сил. Легкий фальстарт. Ребята, троечка пока навозит. Zeekr догоняет. Да, едем против Dual Motor. Троечки. Вот, не хватило. Ну что, друзья, достаточно хорошо прет двухмоторная тройка. Я не ожидал, что она сможет навести, даже, скажем, с легким фальстартом, навести Zeekr. Это мы сейчас в каком-то спортивном режиме едем? Да, это спорт. То есть тут нету, да, каких-то дополнительных плюх для того, чтобы максимально динамично поехать? То есть просто спорт сейчас включил и поехал, да? Тормоз, раз. А такое тоже можно на ней делать? Я не знаю. Я имею в виду, это какой-то заводской ланч или это хочешь попробовать? Попробовать хочу. А, ну я думаю, что нам ничего не даст, потому что нечему раздуваться. Датки. Такие модные ремни, блин, класс. Тут она на полной комплектации. Это самый жир, да, получается? Да. Жирнее, как бы, Zeekr нету. Да, по идее, нет. Мне очень нравится сочетание глянцевых вот этих вот моментов с кнопками. Хром это или алюминий, под что они там сделали, очень прикольно. Хороший старт, Zeekr хорошо и ребята, китайская, мать ее, мощь! А сзади Tesla догоняет. Вот он. Да, окна закрываем, потому что оно плотно. Потому что где-то корпуса два, мне кажется. Ну, таких плотных. Взял бы китайца. Честно, нет. Ты сравнишь, он китаец или, ну, как-то, не знаю. Но да, он, по-моему, очень нарядный. BMW класс. Есть BMW, в любом случае. Да, ну, BMW топ, конечно. Ребята, ну, вот вам и китайские скакуны. Да. Просто какие-то, я не знаю, огненные. Ну, для 550 сил, я тебе скажу, он не навес мне прям очень сильно. Ну, у него и веса больше. Да. Тройки сколько? Там 5 тонн на 800, по-моему, да? Да, но вот в перформанс 440 сил, но она едет пободрее, чем Zeekr. Ну, сейчас проверим. Посмотрим. Так, ну давай третий заключающий, тогда уже, ну, посмотрим. Да, да. В принципе, пока 1-1, если не считать легкого твоего старта. Да. Друзья, что вы думаете, если потенциал у Zeekr'ов в гонках по прямой? Я понимаю, сейчас многие на меня накинутся, скажут, что это вообще не гонки, это электротачки, что смысла гонять на электротачках никакого нету. Но поверьте, ребята, если вы купите себе электроавтомобиль и станете на светофоре с другим электроавтомобилем, я больше чем уверен, я даже могу с вами поспорить, что вы захотите его обогнать. Обгоните вы его или нет, это уже другой спор. Поэтому напишите в комментариях, что вы думаете по поводу Zeekr. Третий заключающий раунд. Двухмоторная Tesla против Zeekr. Да, ребята, тут, конечно, яркое китайское, мать его, преимущество. Да, уходит, но не в космос, но уходит. Все, он скинул. Ну, что сказать. В принципе, я подозревал, что Zeekr 001 обгонит двухмоторную Теслу, но сейчас делаем зарубу с Теслой тройкой Performance, которая 430 сил. В Dual Motor обычно 350 сил полный привод, в Performance 430 коней полный привод. И я думаю, что итог зарубы будет совершенно иной. 0-100, 4-11 мы вдвоем поехали с кондером. Квотер 12-41. Что, ты расстроился? Да ничего. Да ладно, еще погоняем, перестань. BMW возьмем, тогда погоняешь. Не, я M4 сейчас хочу брать. Ну, это хорошая тачка. Ты хочешь F-серию или G-серию? Скорее всего, наверное, F, потому что я любитель подрифтовать. Понял, еще и сходу она нормально валит. Да, да, там тачка именно для хулиганинга такая. Да.
В любом случае, Dual Motor крутая тачка, я владел таким автомобилем. Ну, честно, перформанс надо брать, но если хочешь нормально погонять, это такое. Там, знаешь, как бы можно наказать? Ну. Смотри, шитый Dual Motor едет лучше, чем перформанс, да, за счет дисков и неподрессорной массы. Там тормозная система. Ну. Да, там чуть больше, ну, тормозная, и оно поэтому. Но тут вот мне попросили $500 перепрошить ее в перформанс. Типа может, да? Можно. Ну ты подумай, надо ли, потому что она и так, в принципе, едет ярко. Да. Все равно эти ощущения, как от BMW примерно, или от Mercedes, не получишь, как от Мерсов и так далее, понял? Ну да. На старте следующая пара участников. Зикер 001 и Tesla тройка Dual Motor Matteo Performance. Готов? Конечно. Вижу, BMW тебя не покидают, да? Не. Красавчик. BMW это вот. О, блин, выехали, блин. Да, дверь я не закрыл, ребята. Чтобы не поехали. Совсем никуда, да. If it's still a flex, say they better go ask Puya. Never think I'm gon' check. Better pull up like woo. Come to place and I'm the best. I ain't worried about none who y'all. 24 no rest. Stand on bending, I'm too tall. Йо, какой р. Да, мы тупанули на старте чуть-чуть. Уже до конца сейчас заберем. Заезд был необъективный, судя по тому, как мы позже стартовали. Что произошло? Ты просто поздно нажал или... Да, я поздно нажал и она как-то не сразу среагировала. Ага, я понял. Давай, вот хорошо, синхронно, ребята. Хороший старт был, синхронный, но Tesla очевидно быстрее. Уходит, даже не дотягивается. Вот сейчас где-то уже едет помедленнее. Хорошо ушла Tesla. Ребят, я не знаю, Паша, ты точно ничего не делал с тройкой? Не-не, ничего не делал. Что-то там, блядь, какого-то... Четыре не делал. Спиртуля туда капнул, там батарея, нет? Бля, ну как так прет, реально? Паша, опробовал там бёрнаут? Не-не-не-не. В плане, тут же не можно хочу, отключать. Не хочу ничего. Не, я аккуратно, тихенько, спокойно. Слушай, я адекватно помню, ездить и все. Я помню, как ты ярко зажигал на 540-й BMW. Какие-то там бёрнауты. 340-й. 340-й, да. Не оскорбляйте, это пятерки, это не моя машина. У меня такие яркие бёрнауты делают. Вот так, это, ты... ну, то так, чуть-чуть на этом. На Тесле так намазал. Не-не. В следующем раунде я предлагаю поехать ходом. Видите, что, ну, очень сильная какая-то разница в 0-100. Зикер там, по-моему, 4.2 или 4.18 Боря намерил, едет 0-100. Тройка в этом варианте поярче. А вот ходом будет интересно. Тесла рисует реальность событий. Можно ехать просто по планшету. Видите, да, что он байкеры, машины, дрифтеры, люди. Все это обозначается. Это последняя прошивка. Ага, ты уже... Самая последняя, да. Ой, этот руль классный. Короче, решили ехать ходом и уравнять шансы по весу. Мы догрузили еще к нам пассажира. 90 кг. Вот сейчас будет реально интересно. Performance рестовой 510 сил. Из того, что я читал, тут 440. Кто что думает по этому поводу, потому что я все видео проговариваю, что в машине 440 сил, напишите, сколько из в реале сил, потому что разные источники в интернете пишут действительно по-разному. Да, по-разному.
Думаешь, что 510, да? Все, кто продает Performance, все пишут 510. Ага, вот это да. Полагает, а еще продать. И пробеговый пишут 550, хотя я ее заряжаю до 100%, она пишет мне 485 км, угу. Полный заряд. Тут батарея 82 киловатта? 82 киловатта. Так что кто там что рисует, я не знаю. Единственное, что хочу еще добавить, действительно равный, думаю, заезд был бы более-менее равный, если вместо тройки Performance рестовая тут был Model Y. Он тоже такой высокий, потяжелее. На будущее, думаю, мы сделаем такую зарубу. Зарубим Tesla Model Y Performance рестовый и Zeekr 001. Ребята, 150, 160. Ребята, ровненько, ровненько, зависли ровненько. Ёбана мать, Zeekr, Zeekr вырывается. Скидывай. 200, 200, ребята. Очень-очень ровно и дерзко прокатились. Буквально нос в нос. 200, все. До 200 мы просто его держим. Он не вырывался вперед. Я, честно, как-то завтыкал и не понял, кто был быстрее. Кто кого навез сейчас? Zeekr был на полшишаря или Tesla? Я не видел. Я смотрел вперед. Вы смотрели там? Я знал. Это замена была. Чуть-чуть Zeekr вырывает. По-моему, Zeekr на какой-то скорости чуть подтянулся наперед. Да, да. Как-то уходил чуть-чуть, потом опять отстает. Паха, ну тут надо еще раз катнуть. Все, Паша. Паша, да. Все уже. Бля, ну по-братски. Думал, мы, блядь, братаны БМВшники, ёпта. Пусть он зарядится. Там заряда нихера нет. А, уже типа в этом, понял. Сколько там осталось? 35, наверное? Нет, или, Ладно, друзья, в принципе, все логично, надо заканчивать. Давайте подведем итог сегодняшней зарубы. Значит, внешка Zeekr 10. Внешка Tesla, Паха и салон, что там? 3, 4. 5-6. 5-6. Баллов? Не, ну да, ну нормально 5-6. Ребят, не, вот чисто по-братски, да, вы видели такой ебейший салон Zeekr. Как вот все грамотно сделано, вот эти реально китайцы могут, когда хотят. И, ну, сами видели салон Tesla тройки Performance. Значит, внешку мы озвучили. Значит, что у нас по скорости? В принципе, Zeekr был быстрее, чем двухмоторная обычная тройка на 350 сил, но в зарубе с Tesla тройкой Performance Zeekr реально проиграл. С места ходом. Ходом было смутно непонятно. Мы догрузили для навеса еще одного пассажира. Ехали втроем в машине, чтобы уравнять весовые категории. И сами видите, что в последнем заезде Zeekr вроде как 100-200 попер нос в нос. Но это не точно. Короче, брать Zeekr или не брать? Напишите, что вы думаете в комментариях. Надо было ходарем поехать все-таки по-честному. То у вас человек... Да не, мы для загрузки кинули. Давай, Боря, так, быстренько. Zeekr, Tesla, тройка по 10-бальной системе. Блин, мне надо оценить каждую из них? Конечно. Я думаю, что... Zeekr сколько? Твердая девяточка вообще. Уверен. Тройка? Тройка, ну, блин, смотря чем сравнивать. Ну, мы на 6 оценили. На 6? На 6. Теслу тройку? Да, брат. А что вдруг? Ну, блядь, посмотри, как тут Zeekr, чувак. Блядь, зато бодрее едет на самом деле. Да, это человека, другой вопрос. Мы пока не про гонки, мы про интерьер, экстерьер. Не, ну в этом плане, давай так, тогда разделяем. Давай. Значит, по интерьеру это 10 из 10. Мне все понравилось. Единственное, что, скажу честно, сиденье с Теслой удобнее. При всех вот этих вот модных цветах и тому подобное. Mm-hmm. Я не знаю, либо они настроены не под меня, но мне там удобнее сидеть. И все, кто сидели в Тесле у меня, да, там хорошо, все сказали, что охуенно сидеть в Тесле. Потому что сиденье вроде и помягче, но и в то же время держать. Здесь классная боковая поддержка активная. Ну, то такие полуковши такие вот хорошие. Да, да, но мне, у меня спина болит. Братик, спортом заняться может надо, нет? Может быть. А в остальном же намного удобнее вот это все. Да тут вообще какой-то Голливуд, чувак. Я даже ну, не буду это Джили. Оно то же самое, что и в Тесле, давай по-честному. Да. Но как-то оно попонятнее, да? Инстинктивно ты понимаешь. Короче, тут... Бардачок с кнопки, вот что самое главное. Там такого нет. А там на планшете. Да. Ну, короче, по салону 10 из 10. Тесловский салон мне всегда нравился. Он не такой, как все его называют, некачественный. Но там 8 я бы поставил. По чесноку, да. В гонке по прямой, ты рассмотрел бы такую машину вот для гонки, Zeekr? Она универсальная. Ну да. Давай по-честному, она и комфортная, она в салоне поприятней, и в то же время она едет 4, ну в данном случае 4.1 мы вдвоем поехали. Ну да. Паспорт у нее 3.8, что еще нужно для города? Куча всяких плюшек, фишек. Ну подвеска здесь просто Bentley. Тут что, пнема? Ёпанамай, бля, еще и... В спорт-режиме она едет плавнее, чем S-класс. Еще и пневму запхали. Да.
стойку, двухмоторную 350 сил и 340 BMW, ребята, на втором стейдже. Машина на полном приводе. Короче, мы поехали 4.68.0.100, 12.68 квотер. Это не ее время. Нет, абсолютно. Это не ее время. Что помогло тебе победить Теслу? Ничего, ветер попутный был. Ага, я думал, вот это BMG. Да, да, BNV помогло. Еще раунд будет? Да, давай, поехали. Да, я сейчас один попробую, она вообще цифры не едет, которые надо сейчас. Хорошо, давай мы 4.7 поехала. Ну так более такой богатырь наш. Я 0.3. Да, 0.3 секунды, да. Давай, давай еще раз. Второй раунд, 340-я BMW второй стейдж, 450 кобыл и тройка Dual Motor 350 сил рестовая. BMW 2 человека, тройки 1 человек. Посмотрим, какой будет результат. Этот выиграл я и поехал, получается, ее время 0.104.4. Покажи, покажи поближе. 12.47, ну да, нормально, 4.4. Ее время, 4.4, да. Нормалек, да. Ну там легкий фальстарт был, или он не надулся, не знаю. Не, он сказал, что он не надулся. Ну, не... Будет перезаезд? Чуть-чуть. Да, будет. Ага, ну давай еще разок. Нахуй 200 было. Слушай, ну 200 было по приборке, по драге 200 не было. Серьезно? Да. А в чем? Ну, погрешность. Было 202, я думаю, что мы... Блин, тут... ну как-то хуже она стартанула. Че так? Да. Через раз. Короче, твои цифры со мной. Я где-то 0.3. Ага. 4.13 мы поехали 0.100, при том, что это наверняка не самое это лучшее время было. Да. 12.08, низкий 12, едешь квотер. Короче говоря, вот водитель поехал сам. 3.83.0.100 это на нагретую машину, 11.76 квотер, 200 ты не поехал, ну короче, 3.83, это учитывая как бы погодку, да, я думаю, что еще быстрее она может ехать, и был букс, да, был букс. На старте Tesla 3 Performance двухмоторная и 340-я BMW F-серии Stage 2 450 лошадиных сил. Каком бензине? Сотый. На сотый. На EPG? Да, Сакар. А, Сакар. Так, одна четвертая мили вдвоем 12 секунд. Ребята, очень жарко. Просто героически жарко. 0.104.01. В принципе, для температуры 28 градусов это неплохо. Вы понимаете, да, что температура очень сильно влияет в негативную сторону для гонок на показатели двигателей внутреннего сгорания, но для электричек температура никак не влияет, от слова совсем. Конечно, если только электричка не перегреется. Поэтому, ну, что сказать, в этом раунде победила тройка Performance. Я прошу, не снимай меня. Блядь, это позор! В смысле? Удали мой номер, блядь! Это жены. А, ты женился? Нет. Какой? Первый, второй, третий, четвертый? Да нет, это девушка. Что это за ракета? Шевроле Болт.
точно был. И что, сейчас будет гонка? Да, будет сейчас гонка. Сейчас конкретная говно будет. Но это не точно. Ваня, бля, я не узнаю тебя, я был нормальным пацаном, на BMW ездил, блядь. Это не моя, покажи, это не моя, это же не машина. Покажи, блядь. Ты стрингов? Все нормально. Так, Ваня, прекращай, блядь, что это за кдалово какое-то? Это не моя. Ребята, очень мощная заруба. Болт и Мерс B250E, две электрички. Надо ли это показывать, не надо? Ну, что такое, блядь? А что нет? BMW сила? Конечно. Мерседес говно? Говно. 3360, ты посмотри, 360. Я думал, ты нормальный пацан путевый. Да я тебе говорю, это у меня этот, походу, воздушно. Ты не ведись на вот это. Воздушно-капиллярный способ, когда я оставляю хуйня. Так, 340 просто дорабатывается. Я меняю подвеску, ставлю пружины, с занижением, еще там кое-какие приколы. Слушай, Игорек, новые шорты у тебя были под линией, когда ты на BMW ездил. Ну, это пляжный, я пляжный. Между булок застрелил. Бля, сейчас будет реально заруба века. Болт или электро-мерседес? Я пойду прыгну к Ванчику, посмотрим, что из этого получится. Ты даже монитор выключил для ускорения, да? Ничего не работает нихуя, да? Ничего не работает. Все, поехали. Подожди. Давай отмашку. Стой. Он будет дать, он фланча даст. У тебя дракмот там, Игорек? Я включил дракмот. Турбины, гибрид? Ланчуем, братец. Тихо, стой, там встречка. Ланчуем обязательно. Да, с ланчем, по-любому. Сравняйся с нами. Я с ланча еду. Я сейчас тоже. Колеса. Давай, мальчик! Я ебу! Ты видел, блядь, как бёрнаут дал? А, Игорек! Игорек на хвосте, ребята, разрыв буквально 3 кузова. Болт, ребята, по сантиметру, по миллиметру начинает догонять. Он сжирает Мерс, ребята. Ребята, этот болт так на, там набуксовал. Не знаю, какой тут привод, кстати, в Мерсе? Передний. Сколько сил? Ты знаешь? 177. У меня есть отмазка. Мой штурман выключил систему стабилизации. И мы поехали с буксом. Да ты до сотки шел там боком, я не знаю. Да, давай, сейчас мы на стабе поедем. Это пристрелочный. Опять армяне виноваты, да? Это форум. Это так окно не закрывали. Езжайте, это так мы. Сколько сил за тебя в болте там? 200. Ёбана мать, тут ты ходом догонял. Да. Просто козырная тачка, ребята. Победа! Он один, если что, едет. Да. Мы едем вдвоем. Мы вдвоем. А он один. Ваня боится проиграть. Мы включили стабилизацию. Сейчас мы накажем. Да. Давай. Ё-моё. И что ты мне хочешь сказать? И что ты мне хочешь сказать? Что? Так подожди, он один. Да поебать, у него старт опять лучше был, блядь. Посмотри. И все, мы его не добираем даже. Ёбаный в рот. Не, ну мы не доберем, потому что этих, на этой мощности этих 6, там 70-80 кг. А, подожди, 100 кг веса это тоже. Мне такой... Так, все, надо... Ну, походу, у него лучший старт, я не знаю почему. У нас хуёвый старт. Не, мы не насколько, мы едем одинаково, нам надо ехать по два. Сядь по-братски туда. Сядь по-братски туда. Привыкни к аппарату. Не топи. Сядь туда по-братски. Паша. Паш, болт продается, если что. Нет денег, чувак, болт продается. Бля, давай садись, Паша, блядь, у нас нервы нахуй. Поехал. Хорошо, давай. Идем. Все, сейчас сожрем. Все, сожрали. Сожрали! Ты с твоим затопом, как в Ауди, надо на два отмашку уже зажимать. Я ж на BMW езжу, но такого нет. Нормально, все сожрали. Куда, блядь? И шо? 30 килограмм разница. В смысле, я же... Да. Начинается. Отмазки, слышишь? Отмазки. Ну что, кто победил? Подожди. 2-1, мы выиграли. 2-1, но я хочу еще, потому что я неправильно ехал первые два. Я не привык к аппарату. Там тупая коробка, перешел? Нет, наоборот, там в том-то прикол, что ты когда больше газа даешь, оно все уходит в букс. Угу. А если вот плавненько, мы едем 0-100, потом я чуть-чуть его забираю. Да, ход чуть лучше, да, я видел. Все, едем?
Боря, ты будешь здороваться с Игорем за руку теперь? Конечно. Более того, буду обниматься с ним теперь. И вместе будем ехать каждую субботу за покупками в Ашан, на Болте, Метро. Да? На Болте. В коротких шортах. Я на Болте не собираюсь ехать. В салоне автомобиля Chevrolet Bolt, может быть. А я думаю, спаришь ли этот подъем или нет? Я не хочу в этом сниматься.